Перераспределение полномочий между президентом и правительством обсудили в Беларуси. Часть из них предлагается передать Совету министров. Таким образом, исполнительная власть будет более самостоятельна в своих решениях, но возрастет и ответственность. Сроки полномочий президента также вынесены на обсуждение. Изменить планируют и требования кандидатам на главный пост страны. В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. Теперь отправная точка для перерасчета – 273 рубля 27 копеек. Это на 4% выше по сравнению с нормативом, который действовал ранее. Пропорционально этому росту изменяются и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплаты пожилым, пособия по уходу за инвалидом и семьям, воспитывающим детей. В Минске презентовали новые паспорта. Всего будет 8 цифровых документов. Среди них ID-карта гражданина Беларуси для использования внутри страны и биометрическая для выезда за границу. На ней размещена фотография, электронная подпись, контактные и бесконтактные чипы и основные данные о владельце. В МВД уверяют, смарт-документы надежно защищены от подделки и повреждений, а главное – от утечки персональной информации. Регистрация на централизованное тестирование начнется 2 мая. Подать заявку абитуриенты могут до 1 июня. Для того, чтобы пройти тест в резервный день, нужно записаться со 2 по 9 июля. Заявление заполняется на одном из государственных языков. К слову, в этом году зарегистрироваться на ЦТ можно и онлайн. У православных сегодня чистый четверг, особый день страстной предпасхальной недели. Согласно Евангелию, в этот день состоялась тайная вечеря, омовение Иисусом ног своих учеников, молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Начиная с этого дня и до самой Пасхи, все церковные службы посвящены воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа, которые он пережил во время своей земной жизни. Считается, что чистый четверг предназначен для избавления от страхов, грехов и переживаний. В домах в этот день принято наводить порядок.